Всем привет! Обычная стамеска. 9 метров. Ничего сложного в этом нету. Сегодня в гостях у Артура канал Метатель. Посмотрите мои видео, а дальше поговорим. Метров. Реально? Реальный нож? Или столовый? Реальный. Так, мишень чистая, 15 метров, вилка воткнулась, а ложка воткнется. 15 метров ложка. Не будем увеличивать, так подойдем. Заметьте, опять не ручкой, а жевательной стороной. Вот так вот метатель ложки втыкает. Видите, как не ручкой. Ну что ж, 20 метров вилки. Так, ну что ж, мишень чистая, ничего не торчит. 20 метров вилка. Что ж, попробуем и вилку засадить до 20 метров, не только нож. Ну, с 20 метров вилка тоже хорошо втыкается. А вторую мишень так и кидал, потому что третья нереально. Так, вот, она торчит. Отвертка у меня кривоватая, поэтому ей надо привыкнуть еще с хватом. Дистанция 30 метров. Надеюсь, полет будет виден. Тридцать метров отверткой легко. Орудие Сюрикен. Заточка с одной стороны, с другой нет. Ниндзя, всем привет. Сюрикен. 35 метров. Ох ты как, в десяточку. Давай, 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 давай. Есть. Так, ну что ж, посмотрели, как я с 10 до 40 метров разными предметами прошелся. Как меня найти? Элементарно, в Ютубе забиваете в поисковике «метатель», и буквально вот третья или четвертая картинка – это я. Нажимаете, заходите на мой канал, нравится – подписывайтесь. Что могу сказать? Ну, кстати говоря, это еще не все видео. Сейчас вы увидите отрывок из фильма, из одного очень известного, но я его улучшил раз в два дистанцию. Ну и самое прикольное – это на точность бросок. Сначала одно, а потом сразу в него другое. Ну и в конце сюрприз для владельца этого канала. Артур, для тебя тоже подарок будет. Всем привет! Для чего нужно метание ножей, когда есть автоматы, ракеты, кнопки? Как там в том фильме? Боец, руку к стене! Вот для чего. Противник не сможет нажать на кнопку, если у него поражена рука ножом. И как там в фильме? Медчасть! Вот так вот, ребята. Сунулся противник к красной кнопке, метните ему ножик туда. Офигенное видео, 16 метров. Нравится мне этот момент в фильме, но я его повторил, правда, с дальней дистанции. Да я думаю, надо подойти, наверное, думаю, к мишени. Чтоб без иллюзий, без всего было. Причем в указательный палец почти в фалангу попал. Вот так вот метатель может остановить нападение от врага. Для чего нужно метание?
ножа в современной войне, чтобы противник не нажал на красную кнопку. Как там в том фильме? Пожалуйста, сначала трубка, потом в нее нож. Мой фирменный бросок. Просто в трубку кидать неинтересно, когда она к мишени приляпана. А вы попробуйте сначала трубку воткнуть, а в нее потом нож. Трубка медная, не алюминиевая, жесткая. Вот так вот, ребята, учитесь как надо. Видео посмотрели, надеюсь, понравилось. А теперь самое главное. Артур, с днем рождения тебя. А что может подарить метатель на день рождения? Красивый бросок, 3 ножа с 10 метров одновременно. Пожалуйста. Артур, еще раз, с днем рождения тебя. Безбородкой, 3 ножа с 10 метров еще никто не бросал. Еще раз, с днем рождения тебя.